Эй, мои дорогие, добро пожаловать на мой канал! Маугли здесь! Сегодня мы с вами заценим новую игрушку под названием Gain. Слово Gain означает завоевать, или усилять, или даже зарабатывать. Мы с вами будем сидеть бегать, скрываться от стражников, будем стрелять в них и собирать какие-то непонятные документы. Это стелс экшен, и разработчик милостиво прислал ключик для нее, для того, чтобы мы смогли с вами обозрить ее на канале. Ну что ж, поехали! Собирайте документы для того, чтобы пройти в следующую дверь. Какие-то мыганы ходят. Ксавьер, Ксавьер! Какого черта, проснись! У нас нет времени, нам нужно убираться отсюда. Ты вообще радио включил? Включил или нет? Черт! Эти охранники могут быть здесь минуту на минуту. Задача проста. Собери документы и иди на выход. Так, нажмите G, чтобы увидеть охрану. Ох ты, блин! Вот это охраннички ходят такие там, да? Все понятно, значит, поле их зрения также у нас отображается. Вот так, отлично. Вроде они не доходят. Так, ладно, нажмите Q для того, чтобы сменить оружие. Оу, так у нас нож. Эй, погоди, ты его выбросил? Я не понял. Это что, у меня был нож, и я его выбросил. Эй, ну по идее он должен был застрять где-то в стене. Ну все, видимо, он был одноразовый. Какого хрена я облажался? Ладно, ну что, пойдем. Так, нам нужно будет постоянно здесь мониторить. Тихо. Постоянно нужно будет мониторить поле зрения охранников. Ладно, пойдем. Так, я думаю, что мы справимся. Так. Оп-оп. Никто меня ничего не видит. Здесь темно, нам... Вау! Ни хрена себе. Ни хрена себе, я чуть не попал. Специфика игры в том, что здесь мы играем до первой смерти. Никаких сохранений. Тихо. Никаких сохранений, ничего здесь такого нет. Это, можно сказать, своего рода даже головоломка определенная. Если мы умрем где-то, то нам придется начинать все сначала. Представляете, каждый новый уровень мы будем... Если мы пропадем, мы будем начинать с первого уровня. Так я понял из описания. Так, посмотрим, что у нас. Ах ты черт! Я нашел тебя, падла! Заорал он. О, так, повтор, конечно. Давай, давай, давай. Говорит, если ты умрешь, лучше не умирай. Опс. Так, ребят, я немножко мандражирую, потому что это реально что-то хардкорная какая-то игра. Куда бежать-то? Ладно, попробуем сейчас, давайте вот. Оп, тихо. Вот он, давайте попробуем его убить. Какого хрена? Я же в спину ему выстрелил. Это реально хардкорная игра. Она выглядит очень простой, но... То есть, что, ему нельзя стрелять в спину. У него типа бронежилет, ему надо в голову стрелять. Давайте попробуем сейчас, посмотрим, как они умирают. Вот он, короче, идет. Да какого? Я не понял, что произошло. Ох ты, блин. Я чувствую, нам учись мы с этой игрой. Какой-то человек нас постоянно ведет по радио. Может быть, это наш какой-то напарник или... Давайте прям подойдем и в упор ему прям. Бум! Вау-вау-вау! Как смешно он упал. Ладно, от первого избавились. Две пули мы выпустили. Ё-моё, здесь явно будут пули на счет. Пошел ты нафиг. Так, он, по-моему, меня заметил, да? Он побежит сюда? Или нет? Ах, вон он бежит. На, ты падла. Реально, враги очень здесь какие-то меткие. Они просто с одного выстрела тебя сразу же убивают. Обалдеть. Так, я просто еще пока не могу понять, куда нам нужно идти. Я могу здесь садиться как-то, нет. Так, я могу бежать. Все, это я понял. Я прыгать я не могу. Что у нас еще есть? У нас есть оружие. Да, кстати, это нож, это метательный нож, насколько я понимаю. Понятно. Мы еще можем целиться вот так. Окей, давайте разбираться с управлением. R это у нас перезарядка. F. F что-то не работает. G вот у нас есть. G у нас включает поле видимости охранничков. Ладно, я предлагаю идти все-таки вот по этому сейчас пути. Сейчас он так. Так, давай. Вот, я ему в голову попал, все, он умер. Смотрите, что с его руками случилось. Да он в конвульсии исчез. Да ничего, нормально. Так-то веселая игра на самом деле. Ну-ка. Не всегда, кстати, срабатывает почему-то с первого раза нажатие кнопок. Так, вот этот чел, который вот сейчас там ходит за стеной. Вот он придет, типа, на меня, да, сейчас? А, вот смотрите, вот этот вот квадратик, который болтается. Это у нас документ, который нужно собрать. Все, я понял. Так, товарищ,
Че, он отвернулся, нет? Он отвернулся. По идее, здесь можно даже никого не убивать, насколько я понимаю. Можно просто прятаться. А! Не получится, не получится. Собака, нифига, никакие метки! Здесь вот эти выстрелы, они как бы просто для отмазки нужны. То есть как будто они стреляют. На самом деле, то есть если тебя заметили, то все, пиши пропало. Значит, тебя не должны здесь заметить. Значит, идея в том, чтобы скрыться как можно четче. Вот так, отлично, ладно. В голову попадание работает. Так, давайте-ка попробуем сейчас избавиться вон от того хрена. Угу. Вот он идет, 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 идет. Идет, идет, идет. И... И развернулся. Все, развернулся, побежали. Ты не понял? Нифига, у него башка какая бронированная была только что. Обалдеть, там кто-то, по-моему, идет, нет? Это из-за стены, наверное. За стеной кто-то ходит. Так, ладно, кто-то идет там. Где у нас документ-то? А, вот документ вот здесь где-то должен быть. И там конкретно целая куча людей. Так, смотрим. Вот и чел здесь идет. И вон там тоже чел. Ага, ну, в принципе, может быть, даже я сейчас попробую как-то побежать, схватить. На, где-то на форумах я читал недовольство. Люди недовольны были, что якобы управление срабатывает не с первого раза. Вот на кнопки приходится несколько раз нажимать. Мне кажется, это специально сделано. Так, вот он отвернулся. Че у нас здесь? А этот хрен, по-моему, идет сюда. Не, он идет сюда. Давай, все, он развернулся, быстро хватаем документ. Job, отлично. Я взял первый документ. Это что такое? Не понял. А, это дверь, может быть, это выход? Я взял первый документ, и я не могу не радоваться этому. Я думаю, что здесь действительно, вот я нажимаю на G и пытаюсь как бы отследить, где они у нас здесь, людишки-то эти. Так, где? Где у нас тут? Вон он идет, по-моему, человек. Так, ладно, скрываемся. Срабатывает, правда, не с первого раза. Я думаю, что это сделано даже как-то специально, что ли, чтобы ты не мог просто стоять и постоянно палить. Так, и все, они отвернулись. Давай сейчас в этого мочканем. На, пока черышки. Ну и все, нам нужно вроде как убежать просто сюда. Ой-ой-ой. Нас никто не видит. Так, вон там чел. Сейчас он пройдет, и я сразу ринусь к выходу. Надеюсь, ничего открывать не надо будет. О, yes! Мы прошли первый уровень. Первый уровень завершен. То есть, получается, если я сейчас умру, я начну опять с первого уровня. Так, ладно, идем дальше. Нажмите Е, чтобы замедлить время. А, у нас еще и замедление времени есть. Смотрите-ка, и локация поменялась. Мы уже теперь в каком-то непонятном подвале. А что это такое? Вот я нажал на Е. Нажимаю. Не работает. Видимо, какая-то зарядка нужна. Тихо-тихо, там кто-то ходит. Фу, они уже в противогазах. А документ у нас в самом конце. Погоди, я замедлил время. А сколько раз я могу за уровень замедлять время? Так, вот у нас... Смотри, там какие-то лазеры еще есть. Офигеть. Давайте-ка вот этого сейчас мочканем. На! Все, улетел. По-моему, крысы здесь пищат. Слышите? Куда-то, ой, куда-то я побежал, непонятно куда. Че, куда, зачем я сюда прибежал-то? Непонятно, зачем я прибежал сюда. Ладно, здесь нельзя действовать очень быстро. Здесь нужно действовать медленно, рассчитывая каждый свой шаг. Так, вот вроде он как бы меня типа не видит, да? Они еще здесь все накладывается. Давайте-ка вот сюда сейчас перебежим. Я не знаю, кто-то здесь есть, вот, вот здесь. Давай, срабатывай уже. Так, здесь вроде никого нет. Ну-ка, смотрим. Ну, давай, видение. Ну, реально не срабатывает с первого раза. Мне кажется, это как-то специально сделано, чтобы ты не мог постоянно палить. Увидит, не увидит он меня. О-о, нет, он меня не увидел, собака. Правильно сделал. Так, документ-то у нас, ой, как далеко. Ладно. Мы не переживаем, мы идем. Ой, там, смотри, чел стоит. Чел стоит, он даже не двигается. Так, а как нам здесь-то пройти сейчас? Ух. Да, ну, пусть игра, она сделана, может быть, не на самом высшем техническом уровне. Но мне кажется, геймплей очень даже напряженный. О! Кто это был? Что за огнеметчик хренов? Что он вообще здесь сделал? Вон он идет туда. А зачем он туда идет? Так, вон еще один чел. Обалдеть, как здесь сейчас... Так, вот здесь еще один. Они здесь патрулируют, ходят.
Фига, я чуть не нарвался на него. Побежали вот к этому. Так, огнеметчик идет, он вроде меня не видит. Сейчас к этому подойдем сзади. Вот так, раз, все. Мочканул. Так, ну, ребят, что у нас? Три выстрела. Я не знаю, зачем-то нам как бы дали возможность замедлять время. Так, вот этого сейчас быстро убьем. На, собака! Так, вроде к нам никто не идет, да? Или идет? Где вот этот чувак с каким-то огнеметом там ходил? Так, канистра какая-то. Вот здесь я уже начинаю чувствовать ответственность за свое поведение, потому что неправильно что сделаешь, и все. То есть здесь, смотри, лазер, мы пройти, наверное, не сможем там. Значит, надо будет идти в обход. Блин, вот этого я боялся больше всего. Ладно, давайте глянем, что у нас здесь. Мне кажется, было бы круто, если бы показывали ближайших врагов, которые... There you are. Падла. Убегаем. Сейчас я нарвусь на огнеметчика. Полюбас он идет сюда. Ну-ка. Давай, иди сюда. У меня два выстрела осталось. Все, он, наверное, идет сюда по-любому. Или нет? Или все, они успокоились? Что же делать? Так, вроде он успокоился. Но он меня, короче, спалил и успокоился, да. Такое бывает с охранниками. Так, вон еще какие-то нам идут. Блин. Сейчас увидит меня. Вот так. Так, что у нас здесь? Так, вроде ничего. А, обалдеть, а как добраться-то до этой штуки? Ой, меня сейчас там кто-то увидит по-любому. Так, вроде пока не видят. Ой, что делать? Может быть, надо как-то это выстрелить по этому лазеру? Давай пробуем. А, не сработало. То есть, если я сейчас пойду, по-любому на меня они заагрятся, потому что сработает сигнализация. Ну и тогда я сразу просто побегу на выход. Ну ладно, давай попробуем. Это лазерный луч смерти! Обалдеть! Ну-ка. Точно, ребят, смотрите, все... Все с первого уровня опять началось. Обалдеть, а как эти лазерные лучи смерти-то отключить? Я вроде по нему стрельнул. Я думал, это просто сигнализация какая-то. Значит, там нужно искать еще, видимо, какой-то переключатель, который выключает этот луч. Так, ладно, первый... Опс! Тихо. Первый вроде как уровень мы с вами уже типа научились проходить. Чувак откинулся. Так. Что у нас здесь? Так, он у нас здесь, и он меня сейчас увидит. Да. Ладно, давайте попробуем сейчас дойдем снова до того места и дальше продолжим. Так, я снова в этом подземелье. Ну, давайте сейчас думать, как нам нужно отключить эти лазеры. Пойдемте, давайте в другую сторону и посмотрим. Может быть, действительно есть какой-то переключатель, какой-то реле. Так, вот этого чела мы сможем вырубить, если что. А можем, в принципе, пробежать туда. Так, ладно, дождемся, пока он пройдет. Их слишком много здесь. Их слишком много. Показывали, мне кажется, было бы круто, если бы показывали хотя бы ближайших, допустим, через одну стену. Потому что через две стены, когда уже, они все накладываются и становится непонятно, кто где находится. Так, кто у нас? У нас здесь, по-моему, один чел всего ходит. Так, вон еще какие-то там лазеры. Как нам их отрубить? Вот здесь тоже еще один, кстати, ходит. Надо быть осторожным. Так, этот ушел. Давай. Ну, падла! Все, сняли. Так, что вот у нас здесь вот еще один ходит. Мыган. Ладно, пойдем сюда. О, поди. Погоди. Там есть лазер, нет? Такое ощущение, что лазеров там не было. Ой, огнеметчик идет. Я надеюсь, что он сейчас повернет в сторону. О, он повернул в сторону. И правильно сделал. Что если мы сейчас... Так, тихо, там он идет. Мне кажется, лазеры просто не прогружаются, поэтому мы их не видим сейчас. Ладно, сейчас попробуем пробежать. Видите, даже права на ошибку нету здесь. Я что, снова-то вообще не хочу начинать все. Вот я бегу. А, лазер опять появляется. I caught you now. Падла! Ну, смотрите, по крайней мере, он разочек промазал. То есть они как-то все равно типа стреляют. Но они гиперметкие, ребята. Ну что ж, я, честно говоря, даже не знаю. Чувства смешанные. С одной стороны, эта хардкорность, она убивает. Ты не можешь... по-нормальному насладиться игрой, потому что ты умираешь. А если ты умер на третьем уровне, на четвертом, на пятом,
Это каждый раз тебе придется начинать все заново. Это вообще жесть. Но я думаю, что как раз для любителей хардкорных игр это будет само то. Тихо, смотрите, я даже уже двух уже разозлил. Ох ты, падла. Все, меня завалили. Короче говоря, в общем, два уровня мы с вами увидели. Я не знаю, есть ли смысл слишком сильно пытаться пройти эти следующие уровни в этих подземельях. Может быть, без записи я поиграю и посмотрим. Если получится, то, может быть, потом продолжим ее проходить. Но хардкорность реально зашкаливает. Это как вот самая сложность высокая в новом Doom, которую даже разработчики, кстати, не могут пройти. Знаете эту новость наверняка, где дается лишь одна жизнь на все про все, и ошибка стоит жизни тебе. Тебе приходится начинать все заново. Вот такая вот игра. Игра называется Game. Если вы действительно любите такие вот бескомпромиссные игры, она высоко рекомендована для всех вас, конечно же. Она простая, незамысловатая, но заставляет попотеть. Каждый свой шаг придется здесь рассчитывать, может быть, даже по минутам, по секундам. Че ты там стреляешь, слышь? Ах ты, блин, убил меня прямо из-за угла. Ладно, ребят, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал. С вами был Маугли. Всегда оставайтесь на высоте и покедова.